Доброго времени суток зрителям и священным гостям нашего канала. С вами Росси, и мы находимся на роли Game Online. Это четвертое видео из рубрики Геймплей и Летсплей. И сегодня мы с вами рассмотрим такую игру под названием Blackwood Crossing. Эта игра основана на истории брата и сестры. Это мы попадем с вами в сказочный мир квестовой, логической игры. И, в принципе, давайте, в общем, посмотрим, что вообще из этого получится у нас. Не будем смотреть эту скучную заставку. А я думаю, что она скучная. Игра вышла в 2017 году. Построена она на Unity движке. Вид от первого лица, соответственно. Вот мы начинаем играть. Мы играем за старшую сестру Скарлетт. Мы с нашим братом Финном, это судя по описанию игры, которую я нашел, мы как бы едем в поезде, с нами будут происходить магические вещи. Вот нас как бы наш паренек зовет нас на помощь. В общем, управление очень простое, это ВСД. Давайте возьмем. Вот, он нас зовет где-то, где ты? Найди нас, найди. Давайте попробуем. Шутник. You'll get us both in trouble. Want to play Simon Says? Simon Says, pee yourself. Shut up. Come on. Simon Says, follow me. Играем в игру Саймон говорит. Саймон говорит, иди за мной. Why can't you just sit still? Как я понимаю, наверное, все действия будут происходить в поезде. Также функционал, это левая и правая кнопка мыши пока что. Where have you run off to? А ты убежал. Scarlet, you're supposed to be playing. You'll upset the other passengers. There's no one else here. Simon says, look up. Посмотри вверх. Simon says, look down. Посмотри вниз. Nice shoes. Finn, where are you? Simon says, open the window. Пока как бы игра только в английском варианте, я, если честно, не нашел русский. Simon says, open the window. Но я думаю, это скоро будет, может какая-то будет любительский перевод the какой-нибудь. Window, Scarlet. Simon says, open it. Ну, очень мило сделано, знаете, вот детальки, то есть Let's такие leave вот. That one. Simon says, pick up the pen. Так, поднять ручку, левая кнопочка. Oh, enough already. Вот, то есть видите, так вот мило сделаны такие все. Вот, смотри, карты, зажигалка, то есть, ну, в принципе, Unity, как по мне, красивый движок. Open it. Открываем ее, левая кнопка. Ha! I didn't say Simon says. Очень смешно. Давайте саркастически ответим. Uh-huh. Есть варианты ответов. Simon says, open the door. Наш такой брат Финн очень смешной парнишка, я смотрю. It's okay. Simon is now saying, open the door. Ну, я подошел, нажимаю open. Как-то он не с первого раза сработал, или это я кривой? Well done. Now. Я извиняюсь, ребят. Так, продвигаемся дальше по поезду. Simon says, keep going. Иди дальше. Wait. Don't look right. Не понял. Опа. Is that Чё ты, блядь, за пионер? Точнее, заяц-моряк. Who are you? Кто ты? Simon says, wake up. Саймон говорит, проснись. Это был сон. Такая, ребята, загадочка получилась просто. Я, конечно, не знаю, я не сильный любитель квестовых игр, там, где надо квест логически думать, потому что я слишком стар для этого дерьма. Но любителям, наверное, стоит попробовать. Квестовые игры, не знаю, правда, как сейчас, но раньше они не всегда выходили очень часто, и действительно хорошая квестовая игра, она на вес золота. Куда идти-то? Кам, а, вот. У нас этот... Моряк-заяц нас зовет.
какие-то галюны, скорее всего, это сон очередной. Подожди, вернись. Окей. Ну, ладненько. Завораживает просто прямо, знаете. Что-то. Опа. Наш братишка. В беде, мы идем. Держись, братишка. Тью, опа, появилась новая кнопка действия. У нас руки в шоколаде, скажем так. Пускай это будет шоколад. Значит, на самом деле это какая-то черная странная субстанция, страшная. Опять загрузка. Все у нас галюны, сны, сны, галюны, сны. Непонятно, где мы находимся. Наверное, по истории это будет дальше продолжаться. Так, мы протерли свое лицо. За окном Финн. Красиво. Финн, where are you? Финн, где ты, Финн? Финни, Мини, где ты? Вон Финн. There you are. Don't run off. Бог ты мой, это кто? It's Granddad. Это дедушка? Why is he like this? Почему он такой? There are more. Они все. Don't disappear again. А, это, наверное, бабушка. That looks like grandma. Ага, выглядит как бабушка. Это выглядит как дедушка, а то как бабушка. Так. Sweetheart, you would forget your head if it wasn't bolted on. Whose head? Чья голова? You know, I've quite forgotten where it is we're going. It's like they're frozen, but you can still hear them. I think they're trying to talk to each other. Ага, мы должны помочь им говорить друг с другом. Sweetheart, you would forget your head if it wasn't bolted on. Mm-hmm. Ah. Oh, they moved. Mm-hmm. Понятно. В общем, чтобы пройти в следующий вагон, нам нужно разгадывать какую-то как бы, логическую цепочку в самом вагоне, да, и тогда нам открывается дальше прохождение, мы можем двигаться дальше. То есть мы как бы соединили их не диалог воедино, вот этих двух красавцев, и они как бы передвинулись, и нам открылся дальше проход. You daft old sod. You've no better idea than me. Ah, well, we'll muddle along together. Короче, очень классно, мы их послушали. Давайте идем дальше. Еще немножко посмотрим, что здесь. Ну, как бы геймплей, я думаю, так уже понятен. Check you out. It's a look. When did you get into movies? I'm full of surprises these days. Угу. Дальше у нас идет уже, видите, уже немножко сложнее. Фрик-шоу. Шоу урода. I know her. You know who she is. No, not quite. Steve, are you there? Steve, ты здесь? Steve. Steve? Steve was Dad's name. Ага, это имя отца. Oh, what's he doing here? Who is it? He's a bully. Oh, get off! Miss! Это какие-то, походу, глюки с воспоминаниями. Listen to what they're saying. Ага. Кто это? Слушай, что они говорят. You saw him before. Я видела его раньше. Didn't you see him? He was creeping around. I've got my eye on you, rabbit boy. Да, мальчик-кролик. The girl burns bright. Do you know her? Which girl? Да, какая-то там девочка сгорела. I ты know какой? Him too. I'm here, Annabelle. Annabelle? I think it's mom and dad. Логично. I think so. Он Аманда, то Аманда, то Аннабель, там вся эта хрень. Опа, и здесь That's у нас. Can. Why does he have a bag on his head? And why is he dancing with our old primary school teacher? Ну тут как бы шуточки, почему он типа танцует, как наш там учитель в школе там. Ага. Кто она, где? Это миссис Линдерст. В маске. Давайте ее послушаем. Ответим саркастично. Я вообще люблю сарказм. Поэтому будем подкалывать нашего малого друга невидимого. Так, для того, чтобы нам дальше пройти, теперь, короче, мы прослушали каждого из них, надо их, короче, объединить. Ага,
Ну, я думаю, в любом случае бабу, львицу мы объединяем со львом. Так. Стив, are you there? Стив, ты здесь? Перейдем к Стиву. Очень, конечно, бесит, что нельзя ускоряться. Вот если можно было бы ускоряться, было бы вообще супер, то я еле хожу. Так, Стив. I'm here, Annabelle. Я здесь, Аннабель. Бэмс. Хорошо. Так, у нас кролик говорил, эта девочка горит или что-то типа такого. The girl burns bright. Do you know her? Ага, знаешь ли ты ее? А мужик с пакетом на голове говорил, кого ее, где ее? Know her. Ага. Есть. Так, и теперь осталась вот эта сварливая баба и тот мальчик Хрюша. И идем к мальчику Хрюше, соответственно. I feel like I've gone through the looking glass. Oh, get off! Miss! Okay. Есть. Есть, есть, есть. Так. Идем дальше. Следующий вагон. Там, видите, да, что-то там, короче, дальше опять происходит и так далее. Ну, я думаю, на этом все. Хватит, как бы мы посмотрели в геймплей. Давайте вот на такой нотке будем смотреть в свое отражение, в проезжающий вокруг нас пейзаж. Спасибо за просмотр, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, если вы это еще не сделали, или поставьте дизлайк, оставляйте свои комментарии. С вами был Росси, увидимся в следующих видео, или услышимся, или увидимся, в общем, что-нибудь из этого. Всем пока и до новых встреч!